Процесс вознесения. То, что сегодня происходит, это неизбежный, глубинный процесс трансформации. Данная информация несет в себе коды света, а значит исцеление и освобождение. Послание Плеяд. Светлая дружественная цивилизация, которая участвует в процессе поддержки и трансформации землян. Сегодня открыта дверь из более высоких измерений сознания. Это космический коридор света, через который проходят высоковибрационные волны световой энергии, которая воздействует на каждого человека и на все пространство Земли. И сегодня у каждого появляется возможность активизировать свое Высшее Я и вернуться к своей многомерности сознания. Это уникальные потоки света, которые создают ветер перемен по всей планете. Этот кристальный свет коснулся ядра вашей Земли и изменил ее процессы. Этот свет воздействует на энергетические системы как вашего тела, так и Земли. Благодаря этому действию в плоскости Земли происходит дальнейший сдвиг в пространственном ландшафте вашей планеты. Вся магнитная энергетическая система планеты трансформируется. Эту силу можно сравнить с легким ветром, поскольку сущность света медленно проникает через каждую щель природы, поддерживая естественное расширение энергии творения. И это открывает еще один опыт эволюции на вашей планете. Это включает также ваш человеческий фактор в подготовке к дальнейшей трансформации и объединяющей связи между обоими аспектами, вашим эгосознанием и вашей духовной частью. Многомерный альянс. Многомерный альянс. Были созданы паутины, ибо все священные места на вашей планете были реконструированы и мгновенно образовали многомерный альянс. И теперь все вместе создают энергетическую, похожую на лоно паутину, которая призвана стабилизировать и поддерживать вас в вашем перерождении. Все эти процессы происходят в динамических изменениях, в которых вы полностью участвуете. Независимо от того, осознаете вы это или нет, вам важно понять, что вы движетесь в более глубокий процесс трансформации. Какие-то процессы вы инициированы подсознательно через ваше Высшее Я, а в какие-то сознательно. Вы находитесь на новом пути ускорения через предварительное соглашение. Разум эго не вовлечен ни в один аспект этого конкретного процесса. И вам необходимо отпустить сейчас и осознать, что этот процесс является священным замыслом и что вы играете важную роль в этой полной картине. Вы выравниваетесь с темпом этого времени внутренних изменений, происходящих внутри вас. Это расширение возможностей. Именно в этот раз вы позволите священному движению взять вас и установить более глубокую связь с вашим уникальным божественным светом. Ваше главное действие – отпустить и доверять просторам вашего Высшего Я. Священная спираль постоянно углубляется в союз с центральными планами Вселенной и планеты Земля. Этот союз будет развиваться в течение следующих месяцев. На планете формируется неограниченная серия революционных выравниваний света, и эти выравнивания удерживают окончательный замысел для того, чтобы открыть платформу реформированных связей с планетой Земля. Это создаст способ общения, позволяющий тем из вас, кто находится на пути, выполнить согласование вашего причастия с остальной частью Вселенной. Вы являетесь участником этой Вселенной, и вы являетесь неотъемлемым элементом всего сообщества. Ваше сознательное возвращение к общению будет играть ключевую роль в плане завершения полного восстановления Земли в коллективе сознания Бога.
Данный процесс ведет Землю к постоянному сдвигу через магнитный резонанс ядра планеты. Этот резонанс состоит из вибраций многомерного света, и его дизайн состоит в том, чтобы преобразовать частоту вашей планеты, чтобы дать возможность рождаться новому сообществу сознания. Это в конечном итоге изменит качество света, который стабилизируется на Земле. Сдвинет импульс жизненной силы внутри и, в конечном итоге, позволит вашей планете полностью перестроиться в универсальном многомерном колебательном импульсе. Флюидный резонанс. Ваша планета уже сместила свой вибрационный импульс, чтобы двигаться в пределах диапазона и частоты с остальной частью Вселенной. Это произошло впервые в истории вашей планеты. Процесс священной спирали предназначен для ускорения ваших резонансных вибраций на более расширенные уровни. Это откроет и стабилизирует коридор света. Эта активация коридора света даст возможность каждому сознательно взаимодействовать с этим коридором. Каждый человек сможет полностью и самостоятельно использовать поток света для активации направления своего потенциала. Световой поток излучает вибрацию любви, которая несет вашу уникальную подпись сознания Божественного Высшего Я. Многие из вас призваны для того, чтобы через взаимодействие с коридором света перемещаться во Вселенной и сознательно тянуться наружу из сердца, чтобы взаимодействовать с магнитным импульсом, который активно течет в клетках каждого человека. Этот магнитный импульс имеет электрическую природу и связан с вашим телепатическим центром в вашем мозге. Мозг может немедленно реагировать на ваши активные и сознательные желания. Магнитные импульсы. Ваш аспект света Бога энергетически находится в стволе вашего мозга и взаимодействует через ваше сердце. Эта связь является аспектом проводки, которая является частью вашего Высшего Я внутри физической системы вашего тела. Ваш аспект Божьего Света формируется серией магнитных импульсов, которые несут миллионы минутных настроек частоты ярких сознательных форм света внутри вас. Это ваше время для того, чтобы активизировать этот аспект вашей священной системы. Естественная часть вашего преображение – это свет Бога. Когда вы сознательно взаимодействуете с магнитным импульсом через клетки вашего сердца, ряд активных выравниваний в клетках вашего тела могут начать проявлять то, что вы желаете. Это аспект вас, который бездействовал до сих пор, загорится, и поток света будет двигаться по всем вашим клеткам. Это открывает перепрограммирование всех передатчиков в каждой ячейке, позволяя восстановить вашу священную систему. Со всем этим происходящим внутри вас и вне вас, в вашей жизни происходят огромные потрясения. Вам нужно отложить в сторону иллюзию смятения трехмерного пространства. Вы не должны позволять иллюзиям вашей жизни влиять на ваш прогресс. Возможно, будут или были моменты сомнения и страха. И это естественные человеческие процессы. Это нормальные чувства. Однако не позволяйте этим моментам расти и выходить из-под контроля. Просто держите свое сердце и дышите. Когда вы сознательно выравниваете свои сердечные потоки, вы синхронизируетесь с космическим импульсом. И этот импульс можно сравнить со вторым сердцебиением. Это сердцебиение – ваша энергия творения. Двери возможностей. Благодаря активации этой системы внутри каждого из вас возникает новый опыт внутри. Когда вы приспосабливаетесь к этому пространству бытия, светлые силы просят вас ждать, пока данные проемы и все неровности стабилизируются. Для настройки необходимо определенное время. Ваша задача — быть позволяющим, изъятым и допущенным в сознание Бога. Отпустите, дышите и верьте. Помните, что вы не одиноки. Мы едины в световом потоке света и любви.
По мере продвижения вперед вас будут направлять, удерживать и любить. На высших планах вы всегда будете чувствовать поддержку. Многое больше не будет иметь смысла для ума и эго. Ибо эго разум не понимает ничего, кроме иллюзии. Ожидайте неожиданного, открытого, чтобы получить чудеса и магию вашего существа. Полное вовлечение этой системы стало возможным благодаря сознательному выбору воссоединения в вашем сердце. Многоплановые пути были открыты для вас, чтобы войти в эти сферы. Это ваше время для взаимодействия в сферах Высшего Я. Только благодаря сознательному выбору вы сможете шагнуть в эту многомерную природу. Плеяды играют важную роль в ваших воссоединениях, как никогда раньше. Они несут вам информацию и ясность с помощью простых шагов, которые позволят вновь погрузиться в более высокий аспект вашего Высшего Я. Эти двери широко открыты для многих из вас. Появляется возможность сознательно встать на более высокий путь воссоединения с вашими позициями в Высшем Духовном Царстве Вселенной. В нашей Вселенной много групп жизненных сил, которые должны сыграть с вами ключевую роль. Плеяды проявляются для вас частью огромной команды во Вселенной, которая взяла на себя обязательство поддерживать Землю. Таким образом, плеяды выполняют свою собственную судьбу и соглашение в поддержании эволюции Земли. Плеяды поддерживают платформу для тех, кто готов перейти в новые измерения сознания. А сейчас прослушайте информацию о процессе взаимодействия с магнитными импульсами вашего сердца. Это практическое задание, которое поможет вам синхронизироваться, сонастроиться и почувствовать гармонию новых ритмов космического сознания. Первая практика, которую вы можете использовать. Соедините ладони в области грудной клетки. Это пространство сердца. Сделайте сознательное дыхание. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. Почувствуйте, как в вашей грудной клетке движется энергия свободы. И ваше дыхание, как нежный и мягкий ветер, движется в пространстве вашего сердца. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Возможно, вы почувствуете вибрации, свет, жар или легкий холод. Вы можете чувствовать разнообразные ощущения в грудной клетке и во всем своем теле. А сейчас представьте, как ваше сердце переполняется голубой энергией, космическим светом преображения и трансформации. Почувствуйте, как ваше сердце освобождается, открывается глубинная космическая мудрость перемен, мудрости вашего многомерного сознания и вашей истинной глубинной сути. Почувствуйте, как вы исцеляетесь и открываетесь новому миру. Почувствуйте, как бьется ваше сердце. Это сердцебиение сонастраивается с космическими ритмами мироздания. И вы чувствуете любовь, свободу и легкость. Почувствуйте сейчас свое тело. Сложите руки и потрите друг об друга.
Вы можете повторять данный процесс каждый день. Найдите время для того, чтобы взаимодействовать со своим телом. Очищайте его, здорово питайтесь, выполняйте дыхательные практики. Восстановите свою божественную природу. Отпустите прошлые программы и эго-сознание для того, чтобы впустить энергии перемен и вернуться к своей природе многомерности сознания. Чтобы жить в новой вселенной, на новой земле. Чтобы существовать в свободном мире любви и счастья. Данная информация является посланием Плеяд, световой цивилизации, участвующей и поддерживающей эволюцию Земли. Данная цивилизация находится в единстве с космическим сознанием света и любви. Если вам понравилась данная информация, поделитесь ей с родными и близкими. Будьте счастливы.